авария у церковной лавки в понедельник в 11:50 на Шереметьевском проспекте около храма Казанской Божьей Матери столкнулись два автомобиля – Volkswagen Polo и Hyundai Elantra. Когда приехала наша съемочная группа, на месте происшествия уже работали сотрудники ГИБДД. О случившемся из первых уст нам удалось узнать у водителя Volkswagen. По его словам, он ехал по крайней правой полосе в сторону центра. Двигался со скоростью ему километров 70, может быть, 60 в час. Вдруг перед собой увидел резко поворачивающийся автомобиль Elantra. То есть, как бы я его не ожидал увидеть перед собой, дал немножко руль вправо, чтобы избежать столкновения. Тем самым, как бы меня выкинуло на обочину. Зацепил немного пешехода. В результате ДТП Volkswagen сильно пострадал, въехал в здание церковной лавки. Когда водитель уходил от удара, задел пешеходов. К счастью, сильных травм они не получили. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы тела получили два пешехода и пассажир автомобиля Hyundai Elantra. Им была оказана помощь на месте. Употреблял ли кто-то из водителей алкоголь, дорожным полицейским предстоит выяснить. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.